think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, я сегодня покажу вам очередную какую-то фигню по поводу битвы гильдий. Кто был на стриме, те видели. Каким-то образом у нас ЦЭП уже не убивает все здания. Остается примерно 3-4 здания, хотя обычно 2 минуты, 2,5 это был когда-то потолок. Но 2 минуты это стандарт, полторы нам всегда хватает на то, чтобы убивать здание противника, то есть проходить битву гильдии. Вот у меня один бард, 14-14, правда, но вот такая вот сборка огненка. Статы сейчас я вам покажу. Вот 9400 плюс 48. Идем в рейд. Просто идем в рейд и смотрим. Смотрим на домах. Вот 300 тысяч прилетело, по-моему. Ну, сейчас еще раз посмотрим. То есть здание рушится, как видите, обалденно. 200 тысяч, то есть обычный удар в домах. 286. Смотрите внимательно на время. Я надеюсь, он доживет, не сдохнет. 300 тысяч пробивает. То есть мы всегда бардом проходили, ну неважно, просто я на примере барда показываю, он у нас долго стоит, без проблем. Вот 2 минуты даже не прошло, уже 53% мы выбили. 300 тысяч. Многие скажут, что вот из-за титула, из-за привязки. Нет, я ходил твинками, я ходил разными, цеп. На 500 тысяч, на 600 тысяч, на лями, на двух. Убивает базу за 2 минуты стабильно. То есть 2 минуты это потолок. Это при максимальных даже прокачках, при максимальных зданиях. Ну вот, в принципе, 1,5 минуты у меня ушло на то, чтобы разобрать базу. То есть в домах, как видите, в районе 300к. Я не знаю, сейчас мы перейдем на твинк, может это уже пропало, но вы сейчас увидите картину совсем другую, либо посмотрите стримец, который был по битве гильдии. Ну, в общем, время вы видели, смотрим еще раз статы героя. 9400 плюс 48. Заходим на мой твинк. Так, где там это чудище? 9400 плюс 45. Немножко меньше, на 3000. То есть это потолок, 3000, ребят. Ну, в пределах всего, но это максимум 1%. Ну, плюс-минус. Там даже, пусть будет даже 10% накинем. Все равно это фигня. Ну, в итоге у нас что там, 9 плюс 48, но берем 50 на 3000. 60, где-то 5%, то есть на 5% максимум потолок. Если брать 3 минуты, ну, секунд 20, разница может быть. И то, это не должно быть. Заходим на битву гильдий. Вы скажете, блин, а при чем тут даже не на битву гильдий? Идем сначала на подъем, вот я тестировал на стриме, я просто решил уже конкретно так показать. Заходим, нападаем на мой аккаунт. Смотрите на домах. 120к, 130к, это потолок, это максимальный, 123к, это максимальный его дамаг. 136, но нету 300, в 2 раза, а то в 2,5 меньше дамаг. Что за фигня? Вот у меня вопрос, что за фигня? Почему у меня на этом аккаунте так мало он пробивает? Там в 2 раза больше, ну... Нету у нас только надбавки, то есть разница, показатель 3к. Но итог,
просто космический. То же самое на битве гильдий. Мы до этого, я бегал уже не один раз, проходил битву гильдий таким вот бардом. То есть мы бегали бардами, везде всех мы проходили, максимум у нас оставалась минута. То есть минута. Тут сейчас вы увидите картину, мы за 3 минуты просто не разберем. Вот уже минута прошла, я только набил 28%. К сожалению, я не могу, ну, уже прошел на битве гильдии топа, которого я проходил. Я сегодня тут два раза уже слился, потому что я просто в шоке. Как это так? Ну, это реально, что-то бешеная разница. Почему такая разница? Аж два раза. А нету у меня столько надбавок. То есть статы одинаковые, прокачка одинаковая. Он 35 левела 9.9. Что там, что там. Один в один. Разница всего лишь в титуле в 3К. Ну, то есть надбавка за титул. Сейчас мы тоже это посмотрим. Посмотрим именно саму атаку. Ну вот видите, 126к пробивает потолок. 52%, ребят, 55% за 2 минуты. То есть мы просто тупо не успеваем пробить. Не успеваем. То есть магические башни еще стоят. Можно поставить стрелковую, будет еще больше дамага. Но дамаг максимальный 127к. Это потолок. То есть, соответственно, ну, по времени, по таймингу видно, ну, просто бешеная разница. В два раза дамаг. То есть, получается, у того барда что, столько атаки у меня? Ну, я не знаю, что-то какая-то реальная фигня. Откуда столько, я даже не знаю. 30-й прорыв. Прокачки, в принципе, одинаковые. Вот, 84%, и мы не добили все здания. Показываю здесь барда. Ну, 13-13, скилл, по сути, роли никакой не играет. 9469, истинная вера 10-я, СС-ка. Стоит крит. Резист и крит. Ну, то есть это не столь важно. По титулу давайте посмотрим. Титул у нас дает 3300 атака буст. Плюс 3300. Все. Битва гильдий. Вот 88-86. То есть двоих противников, которых я проходил. Я просто, честно говоря, первый раз такое вижу. Было совсем. Ну вот давайте еще раз смотрим статы. 3300. Это атака, которая здесь добавляется за титул. Больше. И статы героя 9400 плюс 45. Идем обратно на мой основной аккаунт. Многие скажут, вот там через рейды напишут, в рейдах совсем другой дамаг. Это понятно, но не в два раза. Это во-первых. Во-вторых, на битве гильдий всегда, ну, кто бегал цепом, все знают, что цепом за 2 минуты убиваешь базу, сносишь. Я себя сносил без проблем до этого. Сейчас же совсем другая тема. Не знаю, с чем это связано. Плюс 4400. На 1000 больше. Ну, то есть на 1000 просто от титула больше. Единственное, что здесь, возможно, в созвездиях. Здесь нету у меня атаки. Каким образом? Не знаю. Ну, есть разница. Пусть будет немножко надбавка. Пусть будет. Но в чем прикол? 30-й прорыв. То есть они одинаковые. Один в один. Цеп 600, 5, 6, 26, 9. Идем обратно. Я сейчас... Мы сейчас, кстати, можем попробовать еще. Сейчас пройдем битву гильдий. Я вам покажу. И нападем на одного и того же человека. Посмотрим разницу дамага. Ну, то есть я не между собой и твинком буду. На кого-то третьего нападем. Стопа попробуем.
посмотреть хотя бы приблизительно дома. Ну, я не знаю, чудеса. Я вот не знаю, с чем это связано, но это просто печалька какая-то, потому что, ну, как багом это по-другому не назовешь. Разница в два раза в дамаге, ну, это просто какой-то бешеный. Вот итог у меня на битве гильдии, вот 140к сейчас вылетает. Ну, то есть плюс-минус, что рейд, что здесь, получается, дамаг у нас одинаковый. Что я напал на свою основу, что я напал на битве гильдий, 140к. Есть еще нюанс, конечно, у каждого разные прокачки зданий. То есть такое тоже есть. Мы сейчас для этого просто... У меня на основе максимальные прокачки, я там не смог убить. Я напал на топа, я тоже там не смог. Но до этого я всех выносил без проблем. Но такого дамага никогда не было. В два раза разница. Что поменялось, я не знаю. Два одинаковых цепа, то есть все идентично практически. То есть там тоже чуть-чуть больше уклонения. Тут крит-резист. Но это сути не меняет, то есть они одинаковые сборки. Надбавка в титуле немножко, но это просто бред какой-то. Вот 26% за 2 минуты. Точнее, за минуту. Главное, чтобы он сейчас не слился еще. 118к. Всегда прекрасно, я за 1.5 минуты процентов 50 выбивал уже. Тут, в принципе, сами видите. Я надеюсь, он сейчас не сдохнет до окончания боя. Но это просто писец какой-то. Я не знаю, что это такое. Возможно, эта фигня появилась после того, как я вчера качнул титул. Может быть и такое, но такого дамага, вот 52%, это только... минута остается. Я просто тупо не успею. Сейчас главное, чтобы его не ушатали. А то у меня такое чувство, что его сейчас еще ушатают до окончания. Минута 58%. Бред. Но как это объяснить? Не знаю. Ну, его слили. Ну, 70%. Но мы не добили бы. Тут его слили. Сейчас попробуем. У нас есть еще одна попытка. Жалко, что я не увидел этого раньше и не напал на этом. На основе точно так же. Посмотреть разницу в дамаге. Аналогично, 140-120к это потолок. То есть получается, что титул добавляет еще какие-то там прям мега-мега бонусы или как, или сила. Но это необъяснимо просто. Сейчас я хочу еще проверить на ком-то другом. Со списка просто зайдем. Ну, вот такой вот вариант непонятный. Заберу так, чтобы вам проценты было видно. То есть потолок этого получается 120-130к. Это средний дамаг, не более. Тут получше еще идет. Хотя я за такое время уже разносил фактически всю базу.
Это здесь стоят стрелковые башни, которые, по сути, много, ну, мало хп имеют. Стрелковые намного больше имеют, магические, по-моему, в два раза меньше. Ну, тот же самый результат. Нам не хватает времени. Сейчас 80% это будет потолок. Здесь он выстоял уже 3 минуты, и мы просто тупо не успеваем. Чудеса, в общем. Хотя до этого я без проблем проходил. Я думал, проблема в том, что у меня он не прокачанный. Нифига. Вот разница. Мы просто тупо не успели. А теперь поехали. Просто найдем кого-то в топе. Хотя бы приблизительно посмотрим. Попробуем заатачить. Вот топ-17 есть. Просто сравним дамаг. 136к. Я не буду полностью проходить. 100. Ну, то есть дамаг такой же, как и был. Это у нас топ-17, да? 125, 140, 118. Хорошо. Быстренько перезайдем. Сто тридцать восемь, 199, 170, 300. Разница вообще колоссальная. Я не знаю откуда. Но посмотрите, 179. Это не может быть разница вот это вот на 3000. Просто тупо не может. Вот у меня уже 30% за 20 секунд набивается. То есть 290 дамаг в два раза больше. Каким образом? Вот у меня вопрос. Что за фигня? 318, 350. Ну, просто какой-то бред, честно говоря. Вот я не знаю, как это объяснить. Ну, вот прибавки, да, которые вот эти вот есть. Ну, это не то. Разница в статах небольшая. В общем, не знаю, что тут еще не так. Возможно, где-то что-то... Хотя у меня там тоже, в принципе, прокачка не слабенькая по титулу. Мы сделали максимум. Ну, раньше мы проходили без проблем. Я качнул сейчас питомца, поставил, сделал. И он начал бить меньше. Напишите, сколько у вас бьет в комментах. Вот ради интереса, кто бегает в битву гильдии, либо рейды походите. Сколько у вас выносит, наносит дамага цеп там, в рейдах, например. Ну, у меня вот такая вот разница в два раза. То есть, целых два раза разница в дамаге. Ну, такого не может просто быть. Все, пишите комменты, ждем реакцию. Всем удачи, всем пока.